Приветствую всех в нашей же 11 части цикла уроков по созданию игры с помощью фреймворка Playground. Мы ничего не программируем, а продумываем геймплей, занимаемся фактически геймдизайном, используя готовые компоненты. Возможно, вы уже сделали свои игры и подсчитываете очки, подсчитывая количество уничтоженных астероидов, но я сказала, что мы добавим еще небольшой интерес. Для подсчета очков у нас будет не считаться количество уничтоженных астероидов, а, допустим, мы будем подсчитывать количество найденных инопланетян. Давайте добавим инопланетянина из папки Images и под папки Creatures, существа некие. Вот у нас тут разные существа, можно хоть все попробовать, но вот возьмем, допустим, первого инопланетянина Элина и добавим его прямо вот так на сцену. Можно в иерархию, можно сюда. Поскольку мы будем с ним взаимодействовать, поэтому нам нужно сразу, вспоминаем, добавить Polygon Collider. Вот он у нас приобрел форму. И сразу поставим флажок из Trigger. Это у нас будет триггер, потому что мы его будем забирать к себе в корабль. И теперь добавим нужные компоненты, скрипты. Давайте сделаем так, чтобы наш инопланетянин автоматически так как бы в космосе болтался, вращался. За это отвечает компонент AutoRotate. Автовращение. И он же добавляет RigidBody2D, поэтому мы сразу задаем гравитацию 0. И можно задать скорость вращения, ну, например, 2, чтобы не так быстро. Давайте посмотрим, есть ли он у нас на сцене. Вот мы его на сцене видим. Нажимаем Play, смотрим, как он себя ведет. Вот он просто вращается. Если мы хотим, чтобы он вращался в другую сторону, мы просто ставим здесь отрицательное число. Вот, проверили, он вращается в другую сторону. Не забываем сохранять сцену. И теперь, чтобы мы могли собирать этих инопланетян, нам нужно еще добавить компонент collectible. То есть он собираемый получается. Что-то я не так написала. Сейчас немножечко внимательнее. Collectible. Вот, collectible. И здесь у нас у этого компонента есть вот как раз-таки параметр points worth единица. То есть, когда мы собрали одного такого персонажа, такое существо, мы будем добавлять одно очко. Один балл. Давайте проверим. Я поставлю на сцене для удобства, чтобы сейчас мне легче было управлять этого инопланетянина на пути следования моего космического корабля и проверю, будет ли он собираться уже сразу. Вот мы собрали его в корабль и получили 1 балл. Сохраняем. И точно так же, как мы размножали астероиды, используя префабы, мы можем точно так же сделать префаб из нашего инопланетянина и сейчас добавить еще несколько. И тоже можно каждому из экземпляров, допустим, один у нас вращается по часовой стрелке, точнее против часовой стрелки, второй, допустим, мы сделаем по часовой стрелке. Аналогично можно изменить его спрайт-рендерер, чтобы был другой инопланетянин, и придумать уже свою игру. Не забывать сохранять сцену, тестировать, настраивать какие-то параметры и получать максимум удовольствия. Желаю всем успехов, делайте свои космические путешествия, придумывайте какие-то еще забавные сюжеты. Пока-пока!